В городском историческом музее состоялось открытие персональной выставки работ члена Союза художников России Александра Ремезова. Художник-живописец представил более 20 своих работ. Персональная выставка Александра Ремезова под названием «Под открытым небом» открылась 16 сентября. Живописные работы, изображающие разные города России, среди которых Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, а также Асбест. Все это можно увидеть в городском историческом музее. Всего на персональной выставке Александра Ремезова представлено 26 работ. По словам автора, большинство из них – это плоды этого года. Я очень рад представить свою выставку в городе Асбесте. Вот. На самом деле, я давно собирался это сделать, но наконец-то это произошло. Значит, выставка называется «Под нашим небом». Здесь хотелось собрать сразу несколько городов России. Это и Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, ну и вообще Крым. И Асбест, в том числе, Верхотурье. Посмотреть рядом на эти все города нашей большой необъятной страны. Александр Ремезов учился в Асбестовской художественной школе. Обучение продолжил в Свердловском художественном училище имени Шадра, после чего закончил художественную академию искусств имени Репина в Санкт-Петербурге. Как признается сам художник, рисованием он начал заниматься с раннего детства. Несмотря на то, что рос он в семье технарей, его всегда тянуло к художественному искусству. Я-то думал, из него получится либо кузнец, либо молотобоец, либо, значит, в рудник куда-то. А вот он, видите, вот как-то пошел и не технарь рисует. Ну, а как родителям не понравится? В любом случае, это его. Так что я счастлив за него, что у него все получилось. На открытии персональной выставки собрались художники, представители администрации, родные и близкие Александра Ремезова, а также студенты и педагоги Асбестовского колледжа искусств и детской художественной школы. Гости по достоинству оценили творческие работы, представленные на выставке. Очень понравилась выставка Александра Ремезова. Поражает своей свежестью, живостью. Значит, очень хорошо характеризует вообще уральскую природу, пейзаж наш. Чувствуется любовь художника к тому, что он изображает. Поэтому впечатления самые-самые наилучшие от выставки, от этой. И желаю всем, кто не побывал здесь, обязательно прийти и посетить ее. Получите колоссальное удовольствие. Сегодня Александр Ремезов – член Союза художников России, доцент Уральского архитектурно-художественного университета. Художник представлял свои работы более чем на 10 персональных выставках в России и за рубежом. Живописную манеру Александра Ремезова отличают чистые жизнерадостные цвета в сочетании со спокойными сдержанными тонами. Так сложилось, что, конечно, очень богатый опыт у Александра Викторовича, и в том числе и преподавательской деятельности. За его плечами очень много персональных выставок. В городе Екатеринбурге сегодня, наверное, в этом году несколько выставок прошло, и очень даже в том числе и в резиденции нашего губернатора. И надо сказать, что всегда они принимаются с большим восторгом и вниманием. И я хочу сказать, что вот и Александр Викторович, он и не забыл про свою малую родину. Персональная выставка Александра Ремезова «Под нашим небом» будет работать в Асбестовском историческом музее до 16 октября. Приглашаем всех желающих. Анастасия Самарина, Владимир Денисов, Новости АТВ.